Ребят, всем привет. Владимир Зарубин, речные лодки, Skylark, Riverboat. Вернулись с Riverboat Party. Победитель нашелся. Все проверили, все в порядке. Он находится в Москве. Дмитрий получит свою лодку. Ну, а я вам покажу, что у нас на производстве происходит. Продолжаем строить 500-й Skylark графитового демона. Клеили часть силового набора. Палуба с закладными. Деловые элементы все уже выкрашены. Сегодня ее склеют. Тут у нас носовая лодка. Она же носовая площадка. Процессе. Тут у нас Егор делает трансы на 365 Skylark. Будет под ногу L и под ногу S. 750. Это очень большой корпус, это очень большая лодка. Здесь у нас матрица 375 лежит. Ребята отформовали корму для того, чтобы в дальнейшем Андрей перемоделировал тут кое-что. Тут у нас в процессе две сборки находятся, две лодки. Здесь у нас Тарга. Сложная конструкция, но справились. Невыполнимых задач нет. Этот проект делается у нас так неспешно и тщательно. Желание клиента закон. Реализуем. Накладки еще подтопчены, не приклеены. Вот Эводек. Это мы уже сами фрезеруем. Все научились. Сделаем любой рисунок. Накладки на баллоны. Держатель для чего-либо. Основание это борика, скорее всего, наверное. Вот. Подстаканник. Карманчик такой очень объемный. Выглядит классно. Ребят, ну и куда без фиш-платформы? Вот она. Работа у нас кипит. Обращайтесь. А это 420-й Skylark. Установили кормовой рундук. Установили датчик эхолота. Тут будет стоять мощный прибор. 12-й Lawrence HDS Live. Далее пойдет установка консоли и будем электрику уже делать. Напомню, что лодки мы уже готовы продавать комплектами, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Прицеп, оснащение, все что угодно. Все можем делать в разумные сроки. Компания Skylark, Riverboat, речные лодки. До скорых встреч. Пока!